Пилоты программы SMP Racing приняли участие в финальном этапе Кубка на выносливость Blancpa GT, который прошел на автодроме Барселона-Каталуния. На старт трехчасовой гонки вышли 48 экипажей, а среди них и российская команда SMP Racing в составе Михаила Алешина, испанца Мигеля Малины и итальянца Давида Ригона. Экипаж выступал на Ferrari 488 GT3 с бортовым номером 72. К моменту заключительного старта команда набрала 73 очка в общем зачете чемпионата, оторвавшись на 8 пунктов от ближайших преследователей. В квалификации экипаж Алешин Малина Ригон показал 13-й результат. При этом среднее время экипажа оказалось всего на полсекунды больше, чем у обладателя полпозиции. В трехчасовой финальной гонке, решавшей судьбу титула, автомобиль Ferrari 488 GT под номером 72 проколол колесо. Из-за этого экипаж команды SMP Racing временно откатился за пределы третьей десятки. Мы не знаем, что произошло, но выглядит так, что в Мишу въехал Mercedes команды FFF, хотя у нас был хороший старт. Однако, вернувшись в борьбу, болид российской конюшни столкнулся с машиной соперника. Но команда вновь попыталась наверстать отрыв и смогла финишировать на 15-м месте. На первом круге меня ударили сзади. Парень сказал, что он просто пропустил точку торможения. Ну а мы пропустили чемпионство, хотя были очень близки к топ-10. И Мигель просто молодец. Да и вся команда у нас великолепная. В итоге экипаж Михаила Алешина занял вторую строчку в итоговом протоколе чемпионата, уступив лишь один балл команде победителя. Напомним, в этом году коллективу SMP Racing противостояли 33 соперника со всего мира.